О, день добрый, народ. Сегодня мы с вами играем в крутую игрушку под названием Террария. Но сегодня у нас как бы необычная такая серия будет. Мы с вами сегодня посмотрим на то, что я успел сделать за то время, пока мы с вами отсутствовали в сети по Террарии, я имею в виду. А, так, ну смотрите, во-первых, я тут продлил небольшой такой вот наш начальный путь, вот такой вот, а тут столик поставил для пикников, но он потом перенесется. Тут вот эти вот бугры тоже скоро перенесут, и как бы вот тут знак столбов я поставил достаточно очень много, и также что изменилось. Ну, во-первых, как вы, наверное, это видите, но этому мы скоро придем. Давайте посмотрим на то, что я сделал. Тут, как вы, наверное, уже заметили, вот такие вот замечательные, охренительные знамена, которые у нас теперь будут продолжаться. Я пока тут поставил вот такие вот лампы, и они будут светить вечно, в прямом смысле. Так, но они потом перестанут, потому что у нас тут будут уже стоять уже настоящие вот такие вот знамена, только их будет еще очень много. Мне, правда, их надо еще найти. Также я тут добавил немного интерьера и сменил обои тут везде. То есть тут вот такие с утками, тут сине-зеленые, а тут вот этот карамель. Ну, по крайней мере, так они назывались. Также вот тут вот тоже вот такие обои я сменил. Тут картину повесил. И что же это такое? А это самая важная новость. То есть, ну, это вот пока что еще не рабочий рычаг. Я наконец-таки научился, обучился, причем вот даже без каких-либо видеороликов, какой-либо помощи. Я сам вот просто сидел и думал, как это делается, вот что. Но все оказалось очень просто. И все-таки я стал настоящим электриком. Ну и смотрите, то есть вот так вот я тут все поставил. То есть, и вот этот вот снизу свет обрубается этим счетчиком. Снизу мы тоже сделаем, разумеется, но не сейчас. Этот, я не знаю, для чего будет у нас, но пока что надо просто подумать. И то есть вот первая наша самая главная, ну, вторая уже главная новость на сегодня, а также третья главная новость. В принципе, больше и не будет. Но смотрите, то есть, как я сделал, напишите в комментариях, нормально ли. Но хотя тут можно было вот такую вот линию, вот тут вот, вот так вверх провести, и тогда я бы сэкономил, наверное, немного этих проводов. Также вот тут вот возможно. А, да, кстати, вот тут вот можно сэкономить же. Я же тут ничего не обрезал. Да, все работает. Вот, нет, тут нельзя. А, можно. Да ты чё? Можно везде сэкономить, ребят. Но самое главное это сделать качественно, как я. Так, ну, допустим, вот здесь вот опять-таки вот у нас такой прорыв. Ну, нет, кстати, вот то, что я научился на электрика, это прямо вот кайф. Вот теперь вы будете видеть вот полноценные такие вот всякие охренительные вещи. И смотрите, что я также сделал. Бам! Граница! Что? Она сама поселилась? Да вы издеваетесь, оно проваливает. Как ее выслать? Я не помню, как ее выселять. Нет, сейчас будет не занят. Не, я такой хрень не страдаю. Так, у нас торговец там живет. Дриаду я не знаю куда. Ну хотя и дриада нам тоже нужна. Но для него мы, короче, придумаем что-то свое. Тут также вот у нас имеется такой вот для посиделок чисто диванчик, но, увы, у меня нету тех людей, которые прям вот реально горят желанием играть в Террарию. Возможно, у них их просто ее просто и нет. Так, у меня есть, кстати, такой вот вопрос. Возможно ли то, что я отключу тут медузу? Очень странный вопрос, разумеется. Не, ее никак нельзя отключить. Или чтобы она нам проводила какое-то электричество или что-то такое, нет. Эта темка так не работает. Но, в принципе, вот медуза вот прям вот играет такую роль для освещения. Ну, очень качественно выглядит. Также тут у нас сундучок стоит. Границы я решил не заморачиваться и написал просто. Граница, как звучит, но очень охренительно, короче. Все, я не хочу. Тут этот тигра повесил. Вот такой вот шар.
Да уйдите вы отсюда, вот пушку поставил. Тут этот флюгер, хреногер. У нас сердечко, костер. Кстати, костер можно тоже поставить, чтобы он... А, это... Давайте это будет наш. Такой вечный огонь. И, кстати, можно вот надпись «Граница», чтобы она всегда горела. В принципе, я так и сделал. Но можно где-то все-таки подвести проводки, ну и все как бы. Вот такой вот у нас видеоролик очень маленький получился, но все-таки он очень качественный. Согласитесь, он очень качественный. А, она тут живет. Реально? А, тут рядом уже. Она у нас тут поселилась. И, в принципе, террария даже мне до сих пор вот нравится. Вот сколько лет она уже существует, но до сих пор. До сих пор она мне нравится. Вот так вот, типа, везде свет вырубается. Ну, конечно, эти вот портят всю атмосферку, их тоже можно отключать, но самое важное, то есть то, что мы ничего тут не потеряли и сделали все-таки, ну, качественное продолжение для нашей постройки. То есть вот тут вот то же самое. Вот это вот атмосферное давление, вот просто вот сидишь, кайфуешь, чилишь, слушаешь музыку, вот медуза у тебя там. Это вот даже для глаза просто приятно. И просто всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делайте все, что там угодно. Ну, а я с вами был Тузик, и всем пока-пока.